13. Ясен хуй. Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов рукотворен. Это экспериментальный излучатель Кайманова. Его части как раз изготавливались в лаборатории X-18. В этих документах есть ссылка на лабораторию X-16, куда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых. Они наверняка подскажут точнее. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория X-16, чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? Конечно. Все. Ошибись. Здорово, меченый. Подходи, сталкер. Для таких, как ты... Так. А, я же хотел еще... Моя информация может тебе пригодиться. И я хочу купить информацию. Загадка инвентаря. Сходна загадка выжигателя мозгов. Их эффективность во многом близки. Неизвестное излучение зомбирует тех, кто попадает под его действие. В результате зомбированные сталкеры превращаются вокруг центра некого излучателя. Атакуя всех, кто не облучен. Есть информация, что... А подозрительных находится разгадки янтаря. Вот координаты излучателя на озере Янтарь и выжигатель мозгов. Подходи, сталкер. Так, значит, нам что? Найти документы X16. Защитить стоянку. А, вернуться за наградой? Черт, мы отдёрнем. Не понял, какое задание, я ничего не сел. А? Ну что, дружище? Ты меня уважаешь? Так, ну что, идем. У нас патрон-то много. Патрон не очень много, надо взять. Что интересное? Не тормози, мужик. Ничего, да, нормально. Вот пить его. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Так, а на пистолет? На пистолет нету. Вообще нету. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну, полтинчик нам, думаю, хватит. Это минус 10. Надо положить. Радиация минус 20. Пускай остается что. Не тормози, мужик. Не то. Моя информация может тебе пригодиться. Не тот. Че, у тебя есть что? Неужто завязывать купить пора? Информацию. Подходи, сталкера мастера, этому потом убьем. Ладно, пойдемте. Проходи, не задерживайся. Вот так вот. Пошли. Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Братуха, помоги, держи аптечку. Судьба. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Ничего себе. Чё чувак лежал такой? Подраненный немного. На нас лежит огромная ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Пацаны, что тут происходит? Защити мир от зоны. Так, нам куда-то сюда. Пойдемте. Пойдем теперь дальше. Найти документы X-16. Окей. Найдем документы. Так, заваляется трупец в прошлый раз, который его убили. Так, заберем с него все. Нифиг тут лежать. Всякой шушери. Опа. Поехали, погнали дальше. Заберем документы. Ну и все. И будем таковы. Че? Тут со мной общается. Патрон взяли вообще по минимуму. Okay.
Да, его с такого ствола просто так не убьешь. Что ж ты такой? Где ствол? Это ствол-то. Ну, пойдем. Так, а нам куда надо вообще? А нам вот сюда вот надо. А что такое? Хабары или какие-то щитки? Ладно, он нам не нужен пока что. Хабар этот. Дело труба. Я за не полезу. Я в ту-то дырку не полезу. Хоп. Из него нечистый выходит. Сохранимся. Своих тут нету. Да-да. Ну-ка, что тут есть наверху? Вертолетная площадка. Слышу, кто-то ходит. Ау. Пойдем. Кроме тебя нет. Нет. Сейчас очень важно сделать это. Я не пойду. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Так, скинем все стволы, не нужны. Продавать лазит потом. Конченый, что ли, вообще идет. Угу. Ого! Меченый, ты наконец-то добрался к нам? Ну, естественно. Где костюм ты обещал? Слышь? Костюм-то дай. А тут столов нету. Так-так. Обещал костюм и не дает. А он док. Док, как тебе попасть? О! Да-да? Благодарю вас, Меченый. Так вы помогли моему коллеге Круглову спастись. И в знак признательности я хотел бы вручить вам наш рабочий костюм. Очень удобная штука, знаете ли. Возможно, я помог. Я мог бы еще чем-нибудь вам полезен. Так, да, костюм. Костюм у меня такой есть, на самом деле. Снабовик. А, кстати, а что это? Да-да? Я посложил. Все добро, мы сейчас просто это все толкнем. Патрон оставим, естественно. Костюм. Костюм, кстати, можно надеть. А что тут у нас? А это положим. Давай, да-да, иди сюда. Так, держи. Держи. Так, ну и вот это все положим. Что еще может тебя толкнуть-то? Уважаемый. Надо косаря тебя стволов толкнул. Кстати, мне нужна булочка, дай мне булочку. Хотя, ладно, может еще найду. Да-да?
Так, я ищу лабораторию X-16. Бармен сказал, вы ему можете знать имя. Да, мы знаем об этой лаборатории. Однако ее точные координаты нам неизвестны. Кроме того, пытаться попасть туда слишком опасно. Что ж вы такие лохи-то? Мы уже давно изучаем излучение лаборатории X-16. Ты не пройдешь туда без специальной защиты. Мы разработали соответствующее устройство. Но для его настройки необходимо произвести ряд замеров. Если ты поможешь нам сделать эти замеры, я дам тебе настроенный прототип, с помощью которого ты сможешь пробиться в лабораторию. Хорошо, согласен. Ну вот и отлично. Поговорите с Кругловым и отправляйтесь. Он уже снаряжен всем необходимым. Хорошо. Так, а что нам тут? Так, я на месте, шеф. Тут очень страшно. Просто пиздец как страшно. Зачем я прыгал? О, вижу пацанов. Пацан еще живой. Надо его с ним кончать. Так у меня нового спотра не хватит, пацаны. Так, а тут что? Сюда залезть-то? Темнота-то какая, темнота. Ничего нету. Вижу щиток какой-то, может, в щитке? Нет, нифига. Ладно, надо пойти пацанов лутануть на предмет патрон. Я перегружу. Разрядить. Хорошо. Куда двигаемся? Во. Граната. Давайте, наверное, вот этот стол поставим. Тяговые патроны. Есть тут что еще? Какой-нибудь схрон с патронами. Туалет. Сейчас из толчка такой вылезет. Кто-нибудь. Так, ладно. Продвигаемся. О, вот этот стол нам пригодится. Давайте его поставим. Да, на него патрон есть. Это можно выбросить. Немного подсветили. Куча вояк валяется. Но чего-то без патрон. Вот, понял.
Все, патроны закончились. Быстро, резко. И некомпактно. Так, ну давайте ствол. Не. Еще ствол возьмем. О. Пистолет, патроны, да? Я тоже. А тут что? Еще какие-то патроны, но нам они нужны. Не слишком перегружены. Я что, их подобрал, что ли? Да. Выбросить, выбросить. Руки, ноги. Вы что? О, а тут что у нас есть? Ничего. Ничего. Патроны. И я таки перегружен теперь. Сколько там перевес-то? Неплохой такой перевес, я вам скажу. Ой, выбросить, выбросить, выбросить. Еще. Ну, тебе хоть с патронами проблем нету. Чё меня пугаете? Меня спасли ящики. Ты чё такой бессмертный-то? Сколько надо всадить пульт? Он еще бегает, скот. На, лови! Даже не покоцал его. Да. Парнишка-то не промах. Так, мы почти на точке. Там еще какое-то пси-излучение должно быть. Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! Бля, я еще перегружен. Так, что у нас тут лишние пацаны, да, выкинуть можно? Выбросить, 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 выбросить. Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону!
понял. Немедленно покиньте опасную зону. Что критическое излучение. Так. Мои патроны нужны. Сейчас только все блоки отключим и покинем. Откуда все шмаляет? Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! А вот. Так, нажимаем. Установка Т-17. Разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. Так, мне кажется, надо полечиться. А это что такое? Блин, костюм. Все равно я перегружен. Дайте мне старый мой костюм. Напарились шмалять, скоты. Мочить собрался. Блин, это перевес меня бесит. Еще куда идти? Нет, что-то вообще не канает, пацаны. А сюда выйти? О. Слишком перегружены. Я это уже слышал. Да, почему же не нажимается? Миша, скажите лучше. Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону. Установка Т-12. Разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. Обязательно сообщим. Офицер безопасности. Я там что-то разблокировал. Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону. Ну и последнее.
блять, что такое? Ура! Какой-то беспредел, я вам скажу. Просто беспредел. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел! Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. Ты так думаешь? И куда ты теперь? На север. На север. Я охота им жить. Ура! Где кто? Гори в аду. Полечиться. Хорошо полечиться. Опять какой-то. Ничего себе, ты как умеешь, да? Не-не, подожди, брат. Я сейчас сохранюсь. Опа! Кто в туалете живет? Туалетный утенок! Вон, вижу, вижу, ходит. Ни хрена себе ты вообще. Призрака нашел. Черт. Ни доктор, неизвестно где. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь. Вернусь в задание, обязательно найду проводника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него выйду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну, это потом. А сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Он только обуза, которую придется оберегать. Васильев в последний момент струсил. И вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто сбежал. Когда открылась дверь, не надо было на него полагаться. Правильно, стрелок. Не доверял этим лживым собакам. Мой единственный шанс... добраться до двери раньше контролера. Так, какой контролер? Вы о чем? Выбраться через секретный тоннель. Это с Сахаровым. Найти документы X16. Нашел. Отлично. Выходим через секретный туннель.
аккуратненько. А, все, все, тут же нету. Все излучения отключили же. Так что можно не ссать. Да ладно. Сейчас я тебя сниму. Броники. Тут броников жесть просто. Если бы я знал, а я бы ничего не сделал. Без броника не пойдешь. Ой, маханулся. Сохранимся. Вот тут лазил какой-то. Какой-то секретный туннель надо вылезти. Какой туннель? Ладно, сейчас выйдем. Там определимся. Ага, я тут, кстати, уже подзабыл. Кстати, а это я так и нашел этот клад. Ну-ка, ой, не то. Да блин, чё я аптечки посожрал все. А, тут и не увидишь ничего. Так, и как выбраться-то? Выбраться через секретный туннель. Где, мать вашу, секретный туннель я вам найду? В туалете. Может, только тут? Я не понял. Там было, кстати, да. Ой, я лоханулся. Ладно, бежим. Назад. Давайте посмотрим, что тут есть. Ой. Нет. Я передумал. Там огонь. Я туда не пойду. А я... Thank you.
какие-то выключатели. Так, 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 так. Что это такое? А, нам сюда. Так, аккуратненько. У этого было, да-да-да, я вспомнил. Я что-то видел. Где-то разломано было. Нет, не она. А, во, вот она. Во! Надо было сразу. Сразу быть так. А ты где-то блудил, ходил. О, а тут еще военные, походу, тусуются. Так, патрона маловато, поэтому возьму вот эту. Вот этот ствол. Офигеть, там военные отжигают. Сканимся. Вылез такой. Если вот это можно. Сзади никого нету. Так, а тут как? Я думаю, нужно костюмчик сменить на огнеупорный. Я нужно об этом поставить. Или какой? Или военный. Мы военные. Давай аптеку. Сколько тут секунд ждать? Да, дробаш против этих тварей. Самое то. Зверюга. Ура! А, это этот. Все. Так, патрон не осталось. Ни на что. Так, разрядить. О. Да, вот это там воюет. Так, куда нам бежать-то? Направо, налево. Там тупик, а, там тупики. Что, вариантов немного. А ты кто такой вообще? Отношения. Враг. Враг ты мне. Или не враг?
же вижу, идет кто-то. А, нет, это вышка. Можно туда, можно сюда. Сохранимся, не знаю. О! Как вроде правильно выхожу. И наверх. Ох, я на поверхности, ничего себе. Я таки выбрался. Чего, хотите прыгать, что ли, мне надо? Нифига себе там расщепляют. Не, по-моему, немного не туда. А что там надо? Выбраться, поговорить с Сахаровым. О, нет! Ладно. А пойдем в другую сторону, попробуем. Сбегать. Не, а может правильно, кстати, было? Ходил все-таки правильно изначально. Так это кто-то там не понял, куда-то бежать-то дальше. Не прыгать же. Или я что-то опять не увидел. Да. Выход вот этот, по-любому. Да бля! Не падай ты так. Офигеть. А, тут может надо просто тупо перепрыгнуть, я так понял. А вон, вон. Направляюсь к вам в бункер. Говорит Сахаров. Сахаров. Сейчас мы с тобой пообщаемся. А что у нас там было? Найти документ нашел. Бармену. Ага. Ну, понятно. Зато сколько тут костюмов-то урвал. Просто жесть. О, там кто-то есть. А, это этот. Просто. Давайте. Чё, Сахаров? Чё скажешь, братиня? Вы замечательно потрудились, Меченый. Отключение излучения позволяет снарядить новые экспедиции, исследовать недоступные прежде территории. Еще впредь в отношении вас мы будем следовать максимально благоприятной ценовой политике. Спасибо. Так, нужно работу. Ну еще всякие работы у него есть. Ох ты, нифига себе, у него не костюм. Сева. Сколько ты стоишь-то? 45 косарей. Ничего себе. Во, вот это вот нам нужно. 40 косарей.
Так, а тебе придам. Тут костюм придам. Нахрен он нужен. Все. О, я тебе еще придам чего. Вот это все придам. Радиация минус 10. Вообще не нужна ни одна. Так, таких тоже мне много не надо. Много не мало, мало немного держи. Торговать. Да-да? Так, ну я приголодался. Поздравьте меня. Пожрать вообще ничего нету. А, у Сахаев должно быть что-нибудь. Продажу Сахаев. Есть жратва. Да мне колбаски вот этой. Да-да? А, я не купил. Да чтоб тебе. Отлично. Да-да? Так, что у нас тут еще есть? А что мы еще должны сделать-то? Ой, не то. Найти документ, нашел. Отлично. Че? Все. О. Где же ты, стрелок? Призрака нашел. Черт. Ни доктор, неизвестно где. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь. Вернусь в задание, обязательно найду проводника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него выйду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну, это потом. А сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Он только обуза, которую придется оберегать. Васильев в последний момент струсил. И вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто сбежал. Когда открылась дверь, не надо было на него полагаться. Правильно, стрелок. Не доверял этим лживым собакам. Мой единственный шанс добраться до двери раньше контролера. Так, какой контролер? Вы о чем? Выбраться через секретный тоннель. Поговорить с Сахаровым. Найти документы. Проходи, не задерживайся. Окей. Да. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, дробаш положим. Хабар пошел. Костюм положим. Неужто завязывать пора? Кстати, это можно продать. Это тоже можно продать. Как оно? Ну что, меченый? Документы из X-16 при тебе? Да, вот они. Готов. Значит так, меченый. Защитный прототип у тебя есть, чтобы от выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно защищать тебя от излучения. Ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить выжигатель. Что будет дальше, я не знаю. Но чувствую, оно того стоит. Точно знаю одно. Дорога к центру зоны будет открыта. Продолжай. Все, что нужно сделать, это пробиться в бункер под антеннами и отключить их. Берешься? Ну, понятное дело, берусь. Ты меня уважаешь? Так, давай поторгуем с тобой. Это все не нужно мне. Нифига себе этот костюм. Сколько стоит? 200 косарей. 160. Держи.